All these years. Sim, que gobe. I've been waiting. Я ждала. For this day. Этого дня. We have now. Мы имеем сейчас. On the 21st. 21-ю сахасрару. So, итак, it's a very important. Это очень важно. Turning point. Поворотный момент. As you know that. Как вы знаете, every 21st что каждый 21-й день we change our мы меняем наши calendars. Календари. As far as the horoscope что касается is concerned. Гороскопа. And so now, и поэтому is сейчас новое изменение должно прийти. And you can see the announcement. И вы можете видеть объявление. A new understanding. Новое понимание. And awareness. Осознание. Of a very new dimension. Совершенно новое измерение. We have been мы so far dealing до сих пор with collective имели дело consciousness. С коллективным сознанием. We are collectively conscious. Мы коллективно сознательны. We have the idea мы имеем that представление we are о том, conscious. Что мы коллективно сознательны. Also, we know we are также part знаем, and parcel что мы неотъемлемая часть of the whole. Целого. And that и что we all are мы все сахаджа-йоги. We know about our мы знаем о наших чакрах and our и наших nadis нади very clearly. Очень ясно. But perhaps но, we возможно, do not know about мы our не powers. Знаем о своих силах. How many powers как много have сил развилось those 21 за этот 21 год внутри нас.
Last 2 months. Последние 2 месяца. Italy was burning with fire. Италия горела огнем. It's so very hot. Было так жарко. And I read reports that they are сообщения. Worried about что они опасаются засухи, они хотят, чтобы дождь пришел, и сейчас они думают, что это время ушло. Но как это получается? Это потому, что всепроникающая энергия знает все. И вся природа работает ради вашего блага, ради ваших программ. В нужное время события происходят, как вы видели ранее. Они полностью скоординированы с вашими программами. Все время они помогают вам. Что бы они ни имели в них, эти силы, они используют их в нужное время. Сейчас будьте уверены, что вы обладаете силами. And this is the new change, и это то новое изменение, которое произойдет в вашем собственном понимании. So far, only you пока что только лишь вы знали, что вы могли чувствовать вибрации, что вы могли лечить людей, вы могли помогать лечить, я имею в виду, я все еще не так уверена, что вы могли чувствовать Парамчайтанью. Но вы не знали, какие динамичные силы работают в вас сейчас. И это то новое изменение, которое придет. С этим новым изменением вы должны принять новый характер. И этот новый характер — это сообщение. До сих пор я говорила вам не рассказывать о Сахаджа-йоге очень открыто, широко. Но сейчас время пришло. Мы ждали долго этих дней. Сейчас мы должны все начать рассказывать о них, заявлять о них и говорить о них каждому. А иначе мир скажет, что мы никогда не знали об этом. Все другие лже-гуру столь хорошо известны повсюду, потому что их ученики рассказывают о них всюду, где они могут. Во все большие учреждения они идут, большим людям они идут, ко всем важным людям. Просто идут и говорят им, что у них есть. Пока что мы поддерживали Сахаджа-йогу на отливе, потому что я хотела, чтобы вы прежде всего развились на самом деле прекрасных сахаджа-йогов, так чтобы из вашей жизни, вашего стиля жизни, вашего поведения, вашего понимания, ваших мыслей, люди поняли бы, что эти люди весьма уникальны. Совершенно другой тип людей. Теперь это принятие должно быть. Вы должны понять, что все эти силы кипят в вас. И просто из-за формализма, или, возможно, из-за робости, или, возможно, небольшой трусости, вы прячете их. На днях был Сахаджа-йог, который пришел в мой дом, и он увидел одни цветы, которые увядали. Я сказал, они не увядают, ты можешь дать им жизнь. Он спросил, как? Я ответила, ты срежь нижнюю часть каждого из них и помести свою ладонь под них. Проверьте этих детей, что за книга у них. И он просто поместил свою ладонь под основание стебля. И сказал, мать, они все еще живы. Я сказала, хорошо, оставь их в воде. Его внимание было тут, то там, в течение 15 дней они все поднялись, хорошо, стали расти, они стали большими цветами и сохранялись 5 дней еще после этого. Тогда он убедился. Вы можете сделать так много вещей.
чтобы убедить себя в том, что у вас есть эти силы. Я видела людей, которые имеют определенные проблемы. Они имеют головную боль, они имеют это, то. Они приходят ко мне, пишут большие письма. «Мать, я имею свою головную боль, я не могу избавиться от нее». Сейчас те дни прошли, когда мать должна была лечить вашу головную боль, заботиться о вашей жене, заботиться о ваших детях. Они закончились сейчас. Теперь вы ответственны не только за самих себя, но и за ваши ашрамы, за ваши города, за ваши страны и за весь мир. Сейчас примите ваши силы. Как вчера Кисангас играл королевский двор. Так что сейчас вы в королевском дворе. Примите вашу ответственность. Каждый должен чувствовать ответственность. И примите то, чем вы являетесь. Знайте свои силы. Что вы можете делать? Садитесь. Сейчас те дни ушли, когда вы должны были садиться и считать свои благословения. Сейчас вы должны подсчитывать свои силы. Как много сил я имею? И что я могу использовать? И как я могу использовать? Нет пользы подсчитывать ваши чудеса. У вас уже есть достаточно чудес, чтобы доказать, что вы сахаджа-йоги и что вам помогает Парамчайтанья. Но сейчас знаете, как много этой Парамчайтанья вы собираетесь использовать сами, как вы собираетесь маневрировать и как вы собираетесь выработать это. Это новую эру мы начинаем с сегодняшнего дня. И это день, который я ждала, чтобы все вы поняли, что вы не сахаджа-йоги ради только лишь вашего эгоизма, не ради ваших семей, не ради ваших общин, не ради вашей страны, а ради всего мира. Расширьте себя. У вас должно быть это видение перед вами, которое я ставила много раз перед вами, что вы должны освободить человечество. Сейчас не чувствуйте робости. Прежде всего, вы не должны думать, что мы очень обычные люди. Мы очень обычные. У нас нет ничего особенного в отношении этого. Эта работа не будет проделана особыми людьми, потому что они страдают от эго. Она будет проделана людьми, которые не имеют этого эго, великого успеха, или великих достижений, или богатства, или чего угодно. Если они избавятся от этого, тогда только они смогут выполнить это. И вот почему это вам нужно понять, что Христос сказал, что верблюд может пролезть через ушко иголки, но не богатый человек. Потому что его эго слишком велико, больше, чем верблюд, больше, чем слон любого животного, о котором вы можете подумать. Вот почему сейчас, когда мы входим в новое сознание, давайте не будем беспокоиться о наших негативных мыслях. Итак, первое – это неуверенность в себе. Как я могу быть? I'm not all right. Я не в порядке, я был таким, я делал так, я делал так. Так много писем с покаяниями пришло ко мне, страницы за страницы, которые я выбрасывала или сжигала. Нет необходимости каяться больше. Есть только лишь одно признание, что я сахаджа-йог, и теперь после 21-й сахасрары я маха-йог. Это признание вы должны сделать. И не нужно больше всех этих устаревших вещей, которые люди говорят мне о ваших семейных жизнях и всех мирских бессмысленных вещах. Мы отказались от них, и мы пришли в сахаджа-йогу ради нашего восхождения. Мы достигли нашего восхождения, и теперь ради чего? Ради чего? Достигли нашего восхождения, чтобы освободить людей, чтобы помочь им выйти из майя невежества, темноты. Главная цель, я чувствую сегодня, должна быть не столь политизирована, как фундаментализм.
Так что мы должны открыто сказать этим фундаменталистам, что вы бессмысленны, вы не знаете истину, вы не знаете ничего об истине, вы не знаете, что вы дух, вы не знаете, что есть сила, которая это работает. Вы должны сказать им это очень ясно. Вы все глупые люди, которые, когда вы стремитесь к чему-либо, что является миражом, и все вы закончите адом, как описывают все Писания. Мы должны открыто сказать эти вещи любым образом, как вам понравится. Вы можете написать книгу, вы можете опубликовать ее, вы можете рассказать людям об этом, но сейчас новое сообщение должно прийти. Нужно сказать, что погоня за фальшивым не приведет вас к Богу. И в этом вы пользовались силой ненависти. Так что вы должны сказать, что мы верим в силу любви, а не силу ненависти, в которую вы верите. Для нас каждый способен найти истину и способен попасть на небеса этого рая, который был обещан нам, это Царство Бога. Поэтому для нас каждый, принадлежит ли он к этой общине, той общине, этой расе, той расе, что бы там ни было, мы верим. Не это, но мы уверены, что мы все вполне способны и благословлены Богом, что мы должны войти в Его Царство. Если вы принимаете этого вида позитивное отношение, ваша негативность уйдет. Негативные силы, как вы знаете, вы были ослаблены этими родовещами или теми родовещами, особенно после сахаджа-йоги, перед сахаджа-йогой. Мы не были привязаны ни к какой семье, ни к чему-либо. После сахаджа-йоги вы просто привязываетесь к вашей семье, как будто приклеиваетесь к ним, абсолютно приклеиваетесь. Я имею в виду, что я должна была решать чьи-то семейные проблемы. Сейчас у нас есть браки, и даже после браков я нахожусь, что все еще люди не понимают, что такое сахаджа-йога брак, и что есть все еще некоторые проблемы, очень немного, но они есть. Поэтому все эти бессмысленные проблемы моей семьи, моей жены, моих детей, моего дома, моей собственности, моих денег, со всем этим должно быть покончено. Прежде всего, вы должны принадлежать миру. Любой человек, который является королем и который не принадлежит своему королевству, неудачник. Он бесполезен, если он думает о себе, о своем собственном комфорте, о своей собственной славе, о своих собственных достижениях. Тогда он неудачник. Он должен думать о стране, в которой он правит. Подобным образом вы должны также отворачивать свое сознание от всех этих мелочей, с которыми вы имели дело. Я боролась вместе с вами, старалась помогать вам во всех мелких, незначительных, бессмысленных вещах. И многие люди говорили: «Мать, почему вы должны беспокоиться? Вы святая, почему вы должны беспокоиться об этом?» Я говорила: «До тех пор, пока эти затруднения не будут устранены, они не поднимутся. Но сейчас вы на самом деле чувствуете эту свободу, полную свободу. Вы индивидуальность, вы абсолютно свободны. Источником вашей радости является ваш дух. Вы не задерживаетесь ни с кем. Вы никаким образом не привязаны ни к кому. В этой непривязанности вы будете питать каждого, включая так называемых вашу семью, ваших людей, вашу страну и, в конце концов, этот мир». Поэтому, чтобы избавиться от негативности, первой важной вещью является научиться непривязанности. Непривязанность приходит через бессмысленное сознание. Когда вы смотрите на кого-то или начинаете думать о ком-то, войдите в ваше состояние бессмысленного сознания. Немедленно вы будете чувствовать непривязанность и будете знать решение всей этой проблемы. Теперь величайшей силой вы обладаете, это в вашем мозгу, что вы способны получать знания. Не способны получать знания так, что вы понимаете, что это за чакра, что это за центр. Не это. Но есть все знание в вас. Просто вы должны войти в бессмысленное сознание, и вся библиотека знаний сможет открыться вам. Вы знаете, очень многих из вас никогда, которые не могли говорить со сцены, у них была боязнь сцены, и вы стали великими ораторами. Так многие из вас были одержимыми людьми, которые не могли даже стоять передо мной. Сейчас они стали лидерами, и сейчас они делают хорошую работу.
В каждой области вы найдете, что вы продвинулись так сильно. Так много людей, которые не знали, как петь, стали петь, не знали, как им писать картины, стали писать картины. Но это очень мирские вещи, которые могут дать нам небольшое удовольствие там и сам. Но главная вещь заключается в том, какому количеству людей вы дали реализацию. Вы женщина или вы мужчина, вы отец или вы мать, вы ребенок или старец. Каждый должен позаботиться о том, сколь многим людям мы можем дать реализацию. Как широко мы можем оповестить о сахаджа-йоге? Это главная вещь. Сахаджа-йога, не между прочим. А это случается, как когда я приехала в Австралию, я была удивлена, что сахаджа-йога, которая была таким приоритетом для них, внезапно стала между прочим. Так что сахаджа-йога – это обязательство и полное вовлечение. А иначе вы на самом деле бесполезны для сахаджа-йоги. Абсолютно бесполезны. Лучше иметь несколько людей, которые преданы, чем тысячи, которые просто бесполезны. Поэтому давайте посмотрим, что вы решили для себя и что вы решили в отношении сахаджа-йоги. Если вы решили в пользу сахаджа-йоги, тогда просто знайте, что это главная вещь, которую вы должны делать. Все внимание должно быть на этом. Как я сказала сегодня утром, очень хорошая поэма, написанная на Мадеве, которая была включена в Гуру Гранса, где мальчик играет со своим воздушным змеем, и змей парит в воздухе, он говорит с каждым, но его внимание на этом змее. Есть женщина, которая делает всю домашнюю работу, она делает всю уборку, на ребенок на ее спине или на ее талии, все ее внимание на ее ребенке. Затем есть женщины, которые несут воду домой. Есть кувшины для воды на их головах, иногда два, иногда три. Они несут, балансируют их, они говорят друг с другом, смеются. Все внимание на этом балансировании. Подобным образом, ваше внимание должно быть все время на сахаджа-йоге. Что происходит в сахаджа-йоге? Где мы? Куда мы идем? Где мы? Какой она части? Что она делает? Это то, сейчас, если вы поместите ваше внимание на это, ваша негативность абсолютно исчезнет, потому что внимание, которое вовлекалось в негативные вещи, станет абсолютно непривязанным, и вы станете думать о сахаджа-йоге. Так что сейчас, поскольку вы маха-йоги, вы должны сделать ее маха-йогой. И до тех пор, пока этот уровень не будет достигнут вами, тогда мы должны думать, что мы все еще устаревшие, и я не знаю в этом вращении колеса, как много останется там. Так что это большой поворотный момент, и сегодня великий день для всех нас. Потому что Сахасрара сегодня как раз завершила свой 21 год. И подобно этому она имеет 21 аспект. 7 чакр, 7 умножить на 3 ваших канала. Так что это 21 аспект. Вы были способны достичь и 21 сила. Вы просто проэкспериментируйте. И увидите сами. Не сомневайтесь в себе. Просто проэкспериментируйте. Вначале обычно даже сомневались. Есть ли прохладный ветерок или нет, обычно думали, что это воздушный кондиционер работает в Лондоне. Даже в Лондоне они обычно думали, что это должно быть кондиционер в их голове. Сейчас те дни ушли. Теперь не сомневайтесь в себе. И просто смело идите вперед со всеми мариадами сахаджа-йоги. Так что мариады должны быть. За исключением моральных мариад и также поведенческих мариад. Немного мариад сахаджа-йоги. Вы можете делать то, что вам нравится, вы можете жить так, как вам нравится, вы можете есть так, как вы хотите есть. Но главная мариада состоит в том, что вы должны быть высокоморальными людьми, честными, моральными людьми. И также вы должны быть в том, как вы выглядите, как вы ведете себя такими людьми, чтобы вы не становились несносными, или люди не думали, что вы чудаковатые, странные люди. Чтобы преодолеть это, мы должны одеваться таким образом, чтобы это более соответствовало обычаям общества, и люди видели бы в нас нормальных людей, а не ненормальных.
Немного должно быть сделано снаружи, это внутри, где мы должны подготовить себя полностью, принять себя, говорить себе каждый день, что мы сейчас Махайоги, и мы должны работать таким образом. Сегодня мы имеем здесь людей со всего света, и вы идите и передайте это сообщение всем остальным людям, кого я могла не встретить, что мать уже объявила через Вишну Майю также, что вы все стали сейчас Махайогами, и постарайтесь выразить, это, проявить это с полной уверенностью в самих себя. И в эту силу любви я уверена, что вы все победите. Да благословит вас Бог. Не было ничего написано о Сахасраре прежде. Ни в одном из писаний Сахасрара не описано. Никто не знал ничего о Сахасраре. Они просто оставляли это как седьмая чакра и кончено. Они могли только лишь дойти до Аги, и ничего не было написано о Сахасраре пока что. И нет мантры, написанной о Сахасраре. Так что нам сейчас нужно написать Сахасрара мантру. Это очень удивительно, что даже эти фотографии Сахасрары появились сейчас перед вами, чтобы вы увидели, что ваша Сахасрара открывается, и что это что-то, чего никогда не было ранее во всей духовной истории. И никто не мог писать о ней, потому что они никогда не видели эту Сахасрару. Сейчас для вас важно увидеть, что вы имеете что-то уникальное с вами. Но единственное, что вам нужно, это мужество и полная преданность, чтобы идти вперед с этой пропагандой сахаджа-йоги, сообщением о сахаджа-йоге.